Привет, ребята! Вы на канале Like EVA! Ставьте лайк, подписка, колокольчик! Сегодня я вам покажу один мой секретик. Мы сегодня купили вот такую вот красоту. Ну что, готовы? Тогда поехали. Открываем первую вот эту баночку. И тут нас встречает мешочек. Ой, так трудно достать. Оп. Запихнули вот так вот в магазине. И все. Не достаем. Так. Думаю, что надо достать вот этот мешочек для начала. И там нас встречает. Так. Так. И нас встречает. Оп. Достали мешочек. Что это? Как вы думаете? Вот, смотрите, тут разные вещи. Даже денежка есть для куколки Лоу. Вы спросите, зачем денежка? А для того, чтобы они покупали воду. Вот, смотрите, две бутылочки. Аж. Класс. Копейка, вот. Так. И стаканчик, и колбаска для кукол. А вы любите играться? Вот я очень люблю играться. Так, все достаем. Так, первое вот это. Потом оп. Вау, что красота. Вау. Это золотой песочек на бусинках. Оп. Так, а вот молочко для кукол. И кристаллик надо положить туда. Так, а вот колбаска. Я думаю, что вот так вот должно быть все. А стаканчик должен быть вот тут. Так. Первая у нас вот такая вот парочка. Они сестра и сестра. И еще брат и брат. Итак, раз, два, три, начало игры. Девочка, ты чего меня толкнула? Я это бегаю с мальчиком. Прости, девочка. Ладно, все. Мальчик, а давай я тебе расскажу, где мои игрушки были. Давай, вот здесь. Вот так вот я их собирала. И все. Вот так вот они и лежат. Вау, девочка, тут, ну, тут целая волшебница, да. Вот такие вот куколки озорные. Так, они пока что пусть играются. Так, а другая парочка что делает? Ой. Не ту куклу взяла. Так, а вот это подходит. Ты вода. Ты меня тут не достанешь. А как не достать? Все равно достану. Ой. Спасибо. А я знаю стих творения про кота. Да? Да. А ну-ка расскажи мне. Что мой жирный кот, после молока налетит компот. Кушай осторожно, не подавись, а то мороженце мяу-мяу-мяу-мяу. Ну ладно, попью молочко. Чувствую, что я в ударе. Так, машинка это мальчика, так. Хо, бокал. Так. Попью из бутылочки вот этой. Вкуснотища. Рекс.
Ух ты, хорошенькая собачка. И ты хорошенькая. Так, пойду доставать свою игрушку. Так, а вот она моя игрушечка. И вот я еще вынесла поиграть с мальчишкой. Эй, мальчик, хочешь поиграем? О, давай. Я буду водить чуру вот этим. Ладно, а я буду водить тигром.